Еще один необычный дворик спрятался в самом центре Санкт-Петербурга. Попасть сюда можно, войдя в арку с улицы Жуковского или Литейного проспекта. Во дворе на торцевой части фасада одного из домов размещено граффити с изображением богатыря. Можно сделать яркие фото на фоне этого стрит-арта. Также во дворике имеется небольшая скульптура из дерева. Пройдя к следующей арке по Жуковской улице, вы обнаружите небольшую картинную галерею, размещенную на фасаде здания.